Неоднократные гуманитарные перемирия и практическое прекращение Цахалом военных действий стоили сегодня Израилю новых жертв. Минометным снарядом, попавшим в группу людей в региональном совете Эшколь на границе с Газой, были убиты 4 и ранено 6 израильтян. На 21-й день военной операции по Израилю все еще летят ракеты, хотя руководство страны и армии утверждает, что Хамас почти сломлен. Напротив, международное сообщество всеми силами пытается сломить Израиль. В предлагаемых мирных инициативах Египта, США, не говоря уже о Катаре и Турции, ничего не говорится о разоружении Хамаса. Зато в них есть требования о снятии блокады с Газы, открытии переходов, экономических послаблениях и прочее. Резолюциями Совбеза ООН и звонками из Белого дома Израиль снова загоняет в политический угол. Его интересы никоим образом не учитываются. Нетаньяху отверг резолюцию Совбеза ООН и сказал, что Цахал продолжит уничтожение туннеля. Сегодня по одному из них, возле кибуца Нахаль-Оз, в Израиль снова пробрались террористы. 4 уничтожены. Инженерные подразделения, занятые ликвидацией туннелей, не прекращали работать и во время перемирия. Проверка и взрыв туннелей – работа сложная и очень опасная. Многие из них – это заминированные ловушки. Иногда, выскочив с противоположной стороны тоннеля, боевики открывают по солдатам огонь. Вся Газа – это военный плацдарм. Под каждым домом – колодец или склад с оружием. Каждое окно – позиция снайпера. Есть кварталы, где заминировано все – жилые дома, дворы и дороги. Видите бело-голубое здание? Это школа. Здесь же в подвале дома склад взрывчатки в виде конусов, готовый к взрыву. Заряды соединены с генератором кабелем. И все это рядом со школой ООН. Туннели на границе необходимо разрушить. Но не уничтожив ракетный потенциал Хамаса и его командиров, сопротивление террористов не сломить. Сегодня заявление Нетаньяху после гибели людей во школе, пожалуй, впервые после начала наземной операции, вызвало всеобщее разочарование. Судя по словам премьер-министра, расширение операции не планируется, а людям надоели пустые обещания и бездейственные угрозы. Гидон Дубинского-Казакова специально для RTN, граница с сектором Газа, Израиль.